Всем здорово, народ! С вами снова я, Мэдрик. И мало кто думал, что сегодня мы будем играть в финале чемпионата мира. Я вас приветствую на чемпионате мира! Сегодня вы увидите увлекательный матч сборной Бельгии и сборной Португалии в финале чемпионата мира. Да, ребята, это восхождение к титулу за Португалию. Чемпионат мира, финал, Бельгия-Португалия. Приступаем сразу к встрече. Вы молодцы, вы набираете лайки. Хоть не так много, как я и хочу, но пофиг. Зато мы сейчас приступим к встрече и будем играть против Бельгии. У Бельгии очень серьезный состав, сплошные звезды, которые могут затащить на чисто индивидуальном мастерстве. Погнали выходить на поле. Сборная Бельгии, сборная Португалии. Лужники приветствуют вас на этом замечательном финале чемпионата мира. Сегодня кто-то из этих двух команд заберет кубок. И вот состав сборной Бельгии на ваших экранах. В воротах у них Куртуа, в защите компании Альдервейд и Вертонгенен. Также отмечу Витцеля, Де Брюйне, Караско. В атаке Вазар, Мертенс. И у нас три атаки Лукако. Да, почему я сказал, что это они в атаке находятся, а не в полузащите? Потому что эти два парня могут просто спокойно играть в атаке и не заморачиваясь. Ну а мы, ребята, начинаем эту встречу и надеюсь, что нас сегодня ждет победа и ждет этот кубок. Но нам сегодня нужно приложить очень много усилий, потому что что линия защиты, что линия атаки у Бельгии зверская. Да, наверное, этой сборной не хватает Нейгалана, как и нам не хватает Роналду. Но, ребята, у них есть много звезд. Есть еще много звезд, тот же Азар, например. И Азар, это Назар с мячом, в центр, удар, мимо. Мимо, мажет Мертенс на первых же минутах. Кис прощает нас, прощает. Жао Марио, подача, один Джелсон Мартинш, и там офсайд. А ведь так вырезал эту подачу. И что там, да, большой офсайд, корпуса 2, наверное. Андрей Сильва бьет отсюда. Куртуа. Куарежма. Отличная передача на Джелсона Мартинша. Джелсон Мартинш. Отсюда пробивает. Альдервейд берет мяч на себя просто. Этот удар забирает. Король, просто король. Куарежма. Подача на Жоу Маутиньо. Пробивает головой, но... Очень слабый удар. Очень слабый удар. Жоу Маутиньо в центр. Джелсон Мартинш один. И что делает Куртуа? Лукаку. Хорошая передача получается. И нам забивают. Сборная Бельгии повела. Как тонко-то сыграли. Почему я не заметил этого раньше, а? Так перехватил эту передачу. Но это чисто, ребят, очень тонко. Это исполнительское мастерство игроков. Дает о себе знать. Маутиньо. На фланг. В центр. И Сильва сравнивает счет. Сразу же буквально. Просто на опережение сыграл этот парень. И счет 1-1. Смотрите еще раз этот момент. Ну, отлично сыграл здесь Маутиньо. Увидел Куарежму. Куарежму как на опережение дал. Передачу Андре Сильва просто великолепным вводящим ударом забил в угол. 42 минута, 1-1. Быстро отыграли, сейчас нужно попробовать выйти вперед. Ох ты, как сыграли-то! Это 2-1. Мои футболисты смотрели футбол. Потрясающее исполнение. И, ребят, 2-1. Мертенс. Ой-ой-ой, сборная Бельгии впереди. Хоть у нас было больше моментов, больше возможностей, увы, пока не реализовали. 2-1. Бельгия впереди. Витцель сам прошел. Витцель, смотрите, что делает. И, ребят, свободные зоны остаются у нашей команды. Что-то не так. Команда не играет, как я хочу. Так, сделаем замену. Сделаем замену. Вместо Мартинша выйдет у нас с Бернардо Сильва. Осталось 35 минут. 35 минут, ребят. 35 гребаных минут осталось, чтобы сейчас сделать этот результат. Азар. Хорошо, играет Пепе. Но мяч опять отлетает игрокам Бельгии. Удар, это 3-1. А вот здесь уже все. Тяжелый случай. Погнали. Попробуем отыграться. Я уже ни в чем не уверен, парни. Но вышел Бернардо Сильва. Может быть, сейчас что-то да получится у нас. Ищи прям к ним отлетает. Но сегодня все на их стороне. 4-1. Это капец. Это, парни, капец. Сборная Бельгии просто разносит нас. Пух и прах. О, ну тут нарушение правил. Судья свисти. Хорошая передача. Бернардо Сильва. Нет, это Андрей Сильва. Я перепутал их опять. Но тем не менее, ребят, давайте быстрее за мячом. Есть еще шанс сделать 4-4. Фу. Андрей Сильва делает дубль. Но тем не менее, ребят, спастись есть еще шанс.
финал чемпионата мира. Ну и опять эти подачи, которые очень опасные. Но ничего, ребят, просто на контратаках играем. Куарежма, хорошая передача в центр, Бернардо Сильва! Есть еще шанс, парни, бери мяч быстрее, чувак. Да, господи, хватит радоваться, у нас нет на это времени. Бернардо Сильва, 4-3. И сейчас, если что-то придумать, вот он момент, который может исход матча решить. Куарежма, да, 4-4. Просто невероятно, я не верю своим глазам, мы сравняли. Ребята, просто один на миллион сейчас шанс. Один на миллион. Мы должны после такого камбэка обязательно взять этот кубок. Вперед. Парни, давайте. Я верю в вас. Хорошая передача в центр. И вот Андре Сильва. Ох, Куртуа спасает сейчас. Ну и Андре Сильва не получился удар. Подача. Азар. Руи Патрисио на последних минутах делает такой сейв. 4 минуты. Судья, ну все. Судья просто до последнего дает играть. 5-я минута, только сейчас он свистит. Это бесподобный матч. Но парни молодцы. Хотя бы сравняли. Но это потрясающий матч. И вот хороший заброс на Герреру. Герреру, забивай! Как ты бьешь, парень? Хорошо, разгоняем атаку. И вот фланг, Жоу Марио. Забивай! 5-4! Вот это финал! Охренеть! У меня нет других слов, ребят. Просто камбэчище. Я не знаю, что и сказать. Парни, Я бомбил после первой половины. Я бомбил буквально прям, когда на замену просто сидел и замену выбирал. Я бомбил, честно признаюсь, бомбил. Я отключил микрофон и просто сидел и смотрел, втупил в экран. Ну и сейчас то, что я вижу от своей команды, ну это просто невероятно. Парни собрались. И вот Бернардо Сильва, уже нет сил у Альдервейда прикрывать эти зоны. И появляются огромные зоны. И что делает сейчас Сильва? Зачем он пропустил этот мяч? Так, Куарежма. Центр. Сильва. И хорошая передача на Гуэдушу. И какой сейф от Куртуа. И хороший заброс. И давай, ставь точку, Бернардо Сильва. 6-4. Жирная, жирнющая точка поставлена. И что ж, уже португальцы понимают, что они чемпионы мира. Они чемпионы мира. После чемпионов Европы становятся чемпионами мира. Как это было красиво. И Бернардо Сильва после великолепной передачи Куарежмы просто забивает. Забивает и последний гвоздь в крышку гроба Бельгии. Да, сборная Бельгии упустила эту победу. 4-1 был счет на 60-й минуте. И вот он счет 6-4. Парни, мы чемпионы мира. Великолепно. Классно сыграли. Красавцы. Просто камбэчище, я больше никак это не назову. И поднимет этот кубок Жао Маутини. Жалко, что Криштиану Роналду не смог лично принять участие в этой победе. Но он, ребята, видел все. Он видел все со скамейки. Он видел эту победу. Он был с командой. Он красавчик. Он поддерживал ее. И он, как настоящий капитан, верил в нее до конца. И что ж, ребята, поднимаем этот кубок над головой. И сборная Португалии становится чемпионом мира 2018 года. И каким чемпионом мира? Просто камбэк с 4-1. Это великий матч, на моей памяти такого почти не было. Блин, вообще не было, я не помню таких матчей у себя. И кто хочет полную версию матча, я ее залью, наверное, на другой канал. Ну а сейчас мы просто празднуем и вот, на ваших экранах празднование. И да, я полную версию залью без звука, без своего, с микрофона, чтобы вы не слышали эту бомбежку и молчание мое иногда. Ну а так, вот он, кубок. Красавцы его завоевывают и радуются этой победе. Ну, блин, просто великолепная победа. У меня нет слов. Это было круто. Парни, вы молодцы. И теперь памятное фото. Сборная Португалии, чемпион мира 2018 года. Фух, ребят, вот это был матч. 15 ударов в створ. И что ж, Куарежма лучший игрок встречи, а мы, ребята, говорим о том, что сборная Португалии чемпион мира.
Оу, и как мы этот просто кубок выцарапали. Вот это характер у команды, вот это характер у каждого футболиста. И вот они, лучшие бомбардиры турнира. Андре Сильва, 7 мячей. Рикардо Куарежма, 5 мячей. И это круто, это круто. Ну а что касается голевых пасов, здесь Куарежма и Жао Марио, тоже наши футболисты. По победам в сухую лидер Нойер, ну это понятно. По желтым карточкам Канте, ну и дальше все сами видите. Ну что ж, ребят, заканчиваем. Заканчиваем эту серию вот так. Спасибо вам большое за поддержку. И выбираем следующую команду для чемпионата мира. То есть еще один будет такой же турнир. И я попробую завоевать этот Кубок мира. И вот он, Криштиану Роналду. Криштиану Роналду сам на пресс-конференции. Просто рядом с кубком. Он получил его. Он получил, он завоевал. Команда помогла ему в этом. И он по-любому становится лучшим игроком мира. Потому что он обладатель этого кубка. Он лучший. Ну что ж, не в обиду болельщикам Аргентины и Лионеля Месси. Не в обиду, ребят, это всего лишь игра. Ну а насчет следующей команды пишите в комментариях. Я могу взять Аргентину, я могу взять все остальные команды, за которые вы хотели бы увидеть мое восхождение. Ну а с вами был Мэдрик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Также, кто, по вашему мнению, в реальной жизни выиграет Кубок мира, точнее чемпионат мира. Просто, ребят, тоже пишите, пишите в комментариях. Ну, а я пошел. Ставьте лайки за эту победу. Она была просто невероятной. А полное видео вы увидите потом. Я его залью обязательно. Ссылочку потом скину. В комментариях, либо в описании. Посмотрите обязательно. Ну, а с вами был Мэдрик. Всем удачи. Всем пока. И знайте, сборная Португалии чемпион мира хотя бы в игре. Хотя бы я сделал это. Фух, ребят, это было очень сложно. Всем пока.